Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, наступила осень, да? А сегодня я вам хочу предложить, ребят, разговор про дренаж. Ну, для тех, кто живет в своем доме, это, конечно, такая животрепещущая тема, поэтому тут вот делать, не делать, да, какое делать. Ну, что я вам хочу сказать. Мы, конечно, сделали в свое время дренаж, да, но со временем начались проблемы. Один угол, да, если помните, я вам выставляла видео, один угол, там, где у нас дренажный колодец, и я забыла водичку выключить, да, и она у меня так приблизительно, наверное, где-то с 4 дня до 11 утра лилась. Это я так газончик решила полить и забыла кран закрыть. Ну, хорошо, что дом не смыло. А проблемы у нас в том, что у нас мокнет и мокнет. У нас стена, одна стена. Мокнет и мокнет. Может даже, если сильные дожди, паводки, может даже в одной комнате набираться вода. Ну, принято было решение. Решение, конечно, это было непростое, скажем так. Началось это все с того, что мы решили поменять плитку вокруг дома. Ну и, соответственно, разобрать тот участок, который у нас проблематичный, да? И вот что, смотрите, у нас на сегодняшний момент сегодня происходит. Это прям вот разруха полнейшая. Вот. Что по поводу дренажа? Ну, смотрите. У нас от каждой трубы, да, которая водосточная, которая с крыши спускается, у нас от каждой трубы подходит вот такой приямок, от которого уходит якобы как вода. Они бывают абсолютно разные, эти приямки. Приямки бывают как открытые, да, поверхностные, которые вы видите, как у вас водичка бежит, если вот решеточку приподнять. А бывают такие закрытые. А закрытые, они обычно уходят. И как-то по всему периметру у вас должны быть колодцы. И вот еще трубами вот это все должно всю воду принимать. Ну, что я вам хочу сказать. На сегодняшний момент мое решение, не решение, а мое заключение, скажем так, что вот это вот все, то, что в дренаже, которые внутри в земле, они, ребят, бесполезные. Они вообще даже больше вреда приносят, нежели чем пользы. Мне кажется, самый удачный вариант – это только поверхностные. Там, где вы можете открыть решетку и видите, как вода уходит. Понимаете? А почему? А я вам сейчас объясню и докажу. Они же разные бывают, да? Ну вот, я вам сейчас покажу. Там просто еще не до конца вскрыто. Что происходит? Что происходит? Здесь тоже еще не до конца вскрыто, да? Но здесь уже везде пошли трещины. Вот, видите? Здесь уже дырки. В нашей вот этой вот прекрасной опалубке вокруг дома, да? Вот, тоже трещины идут в этой опалубке, да? Здесь пока дальше не вскрыли. Вот они, наши эти колодцы. Маленькие такие приямки, да, которые, через которые уходят. Но трещины, ну, трещины, ребят, везде. Потому что размывается грунт вокруг. А теперь я вам сейчас покажу,
Что у нас еще? О, ну эта часть, ребята, уже засыпали. Здесь было... Вы даже не представляете, что здесь было. Ну, короче, здесь образовалось вообще пустоты такие, ну, прям реально берлога для медведя, скажем так. Медведь влезет. И вот такие вот пустоты, они причем везде. Вот. Видите, что происходит? Поэтому нам было решение непростое. Принято решение. И, конечно, это все демонтировать. И сделать по уму. Работы много предстоит, но ее нужно сделать. Вот. Вот видите, чем мы тут сегодня занимаемся на сегодняшний момент. А сейчас я вам еще покажу. У нас канализация раньше в одном месте выходила, а теперь она выходит. Но она не теперь, она давно уже выходит. И плюс, а еще сейчас еще проблема тут одна нарисовалась. Помимо того, что у нас дренаж добавлял воду, мы раскопали канализацию, и у нас здесь вообще был, ну, в общем, когда нам делали канализацию, нам строители просто пропенили вокруг трубу, и все, вырезали и пропенили. Ну, в общем, кругом засада. Здесь тоже, как видите, можете видеть, да? Здесь тоже уже провалено все. Поэтому снимать будем вообще все. Ох. И вот. Вот наш дренажный колодец, да, который тоже сам по себе, видите, вокруг него даже вода, ой, не вода, вокруг него даже грунт садится. Поэтому прежде чем устанавливать дренажный колодец, ребят, ой, не колодец, а делать дренаж, подумайте, какой он у вас будет. Потому что сделаете, и через какое-то время у вас реально могут появиться пустоты, о которых вы не будете знать. Ну и потом будете ждать, когда это все у вас рухнет. Надеюсь, донесла я мысль, которую хотела вам сказать. В общем, вот. Это то, что у нас на сегодняшний момент. И всем, ребята, нормальных строителей, нормальных. Что я еще могу вам пожелать? Не болейте, самое главное. И не скучайте. Помните, что я с вами. Просто тут вот немножко мы решили переделать, сделать красоту. И вот эта красота у нас в это во все вылилась. Ну, надеюсь, что мы сейчас все это сделаем. И все-таки красота будет. Всех целую, обнимаю. Если есть какие-то вопросы, пишите. Всегда отвечу. Всем спасибо за лайки, за подписку и за комментарии. А пока. Пока.